Посетитель прищемил хвост нашему сцинку. Как вы знаете, в нашем зооцентре запрещено открывать террариумы и трогать животных в открытых вольерах. Однако не все люди соблюдают эти правила, к сожалению. Один человек подумал, что может делать, что захочет. Открыл террариум со сцинками, а потом, когда ему сделали замечание, резко закрыл его, прищемив хвост нашему сцинку. Мы были в шоке, а этот человек просто убежал. Сцинк отбросил свой хвост и теперь отращивает новый. Теперь мы хотим установить замки на все наши террариумы, чтобы подобных случаев не повторялось. А вы что думаете об этой ситуации?